Выехали откуда? Как вы смогли выехать? Почему? А украинская армия не помогала вам? Украинская армия стреляла. Прям? Я не хочу. Вы рады, что вы выехали? Конечно, мы рады. Спасибо вам огромное. Мы 26 числа и в подвале сидим. 26 числа. И сейчас еще я выехал. Ты сирен? Кого-то душишь? А? В подвале сидело 300 человек. Это в одном только доме. Почему вы раньше не выехали? А нас никто не выпускал. Не давали коридор. Украина не выпускала из города полностью. Заблокированы были. Приезжали военные, говорят, ни в коем случае не выезжайте из города, если вам будет предоставлен коридор Российской Федерации. Они хотели дальше нами прикрываться и все.